сладкая жизнь мимолетна, но великолепие Рима вдохновляет снова и снова. Что вы сейчас читаете? Мне не нужно читать. Я живу вибрациями, чаще экстрасенсорными. «Ода вечному городу» от режиссера, которого называют преемником Феллини. Я написал всего один роман 40 лет назад, которого сейчас даже в магазинах не найти. А кем ты работаешь? Я богатая женщина. Чудесная работа. Ты кто? Кто я? Я... Ты никто. Никто? Но я... Через несколько дней после того, как мне исполнилось 65, я понял одну важную вещь. Я не могу больше тратить время, делая то, что не хочу делать. Я искал великую красоту, но... «Великая красота». Смотрите в «Амедиатеке».